Доброе утро. Мы готовимся к своим двум тренировочным кругам. Сегодня день квалификации. Пожелайте нам удачи, а она нам точно не помешает. Че, Сережа, квалификацию проскакал? Проходим. Не надо. Да, на улице 40, просто это невыносимо. Теперь мы пришли в зрительскую зону на овраг. Будем смотреть следующую группу квалификации. У нас неплохой результат. Всегда можно лучше, но все равно Сережа молодец. В таких условиях, ну реально 40. Это жестко. Сейчас смотрим квалу. Брызнем в финал? На чили, на расслабоне не могу сказать, потому что... Забись. Вон там озеро есть, короче. До него бы сходить. Я думаю, скоро пойдем.